Всем привет, дорогие друзья, с вами Грек, и сегодня мы продолжаем строить нашу Грекляндию в Bonfire 2. Кто смотрел первую часть видео, тот помнит, что мы тут построили хижины, лесопилку, пилораму, начали строить штабель, чтобы у нас ресурсы хранились. Ну, как бы потихонечку, понемножечку прибывают к нам новые жители, обустраиваются. Надеюсь, им всем здесь очень нравится. Так, у нас тут мадам Архо ловит рыбу, чтобы прокормить наши поселения. Видим, что у нас ребята сейчас отдыхают. Так, это у нас спит у костра наш сторож. Вопрос. Ага, один спит, другой понятно. Так, теперь, что нам надо построить? Нам нужен рудник. Рудник мы будем, естественно, строить здесь. Пускай начнется стройка, но после того, как достроится наша хижина четвертая, которую мы начали делать еще в прошлой серии, но она, как я смотрю, не достроилась. Так. Пока есть время, мы можем построить все, потому что сейчас наступит ночь, и опять выйдут эти волки, пауки. Будет не очень хорошо. Я смотрю, кстати, возле костра вчера был, когда я записывал серию, мешок с копьем. Ну, мне так показалось. По крайней мере, на мешке было изображено копье. Куда оно нахрен делось? Так, о, у нас тут... Эй, ты что, играешь со мной? Так, повышение уровня. Давайте ему сделаем плюс к интеллекту. Это добавит нам скорость к производству. Это тем более столяр. Я думаю, ему не мешает. Плюс к интеллекту. Это будет даже полезно. Так, ну вот начинает немного темнеть. Мы видим, что у нас скоро весна. А именно вот сейчас. У нас уже весна, снега тает, потепление. Я, кстати, когда снег лежит, они дольше передвигаются. Для того, чтобы увеличить скорость их движения, да, надо строить дорогу. Я, естественно, дорогу ни хрена не делал. Ибо потом. Так, здесь бы не мешало заселить, наверное, нам оккупантов, как их называют. Так, спать у костра не надо. Ну что, ребята, простите, вы будете спать вдвоем. Где, как говорится, девочки закончились. О, слышим звуки. Мне кажется, это медведь, а вам? Что вы вообще думаете, медведь это или кто? Либо никого не будет, но звук был медведя. Ни хрена себе, что это такое? Твою ж мать. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай-давай, добей. Это просто жесть. Вот этого я вообще не ожидал. Это капец. Это какой-то был оборотень. Блин, очень жаль. У меня минус 2 жителя. И минус копье, как я смотрю. Так, стоп. Ну, это просто жесть. Я просто реально не ожидал, что так все выйдет. Очень-очень мало. Очень мало двух охранников, теперь надо ставить минимум 3-4. Честно, вот тут я не ожидал. Капец. Очень жаль. Жаль, ребята, не старались. А нет. Может, их как-то можно воскресить? Потому что они не исчезают. Может, с ними что-то можно сделать? А здесь нету санчасти. У меня еще нет санчасти, ни хрена не могу сделать. Но мне кажется, что они восстановятся, либо нет. Либо да. Было бы неплохо. Но, судя по всему, нет, они исчезли. Все. Хрень какая, а?
То есть я просрал копье, просрал двух жителей Грекляндии. Это прям... высший пилотаж, я назову это так. Ну, давайте добывайте хавку, шкуру животных, потому что она пригодится. К нам иногда прибегают ребята с последних поселений, которые просят шкуру животных. Хотя я не понимаю, зачем я их вообще содержу, потому что ни один из них пока не пришел ко мне жить, и кроме спасибо ничего больше не было. То есть никаких вознаграждений, ничего полезного, ну, они не предоставляют мне. Может, конечно, в дальнейшем, конечно, что-то будет, но пока ни хрена не ясно. Так, у нас тут у кого-то уровень. Так, давайте мы как-то ее выберем. Ладно, пускай они строят, потом выберем. Но нам не мешало бы новых жителей, потому что у нас произошло... ужасная трагедия, которая повлекла за собой смерти двух жителей. Очень жаль. Ладно, ну что, жалеть их можно долго, но, как говорится, Грекляндия от этого не построится. Сейчас построим рудник. Я сомневаюсь, что у меня получится его построить до ночи. Ну, как говорится, мы пытаемся. Что, давайте добавим девчонок, пускай они тоже будут охранять. Прям очень жаль. Ага, мы можем модернизировать, кстати. Ну, давайте хижину модернизируем. Тут добавили плюс один житель. Уже приятно, уже хорошо. Ну, у нас и так, как говорится, популяция небольшая здесь. Поэтому, я думаю, пока хватит и обычных хижин. Оно пускай отдыхает, эти пускай строят. Короче, испытываю жесткий дефицит в рабочей силе. Нам требуется раб-сила. Тут никто не хочет к нам прийти работать за еду больше. Так, давайте ускоримся, потому что это будет очень все долго. Так, вот. Вот наши сторожа. Ой, господи. Так, урон в ближнем бою увеличим. Будто она у нас, короче, боец. Это будет просто боец ММА. Зита. Это просто наше спасение. Так, звук опять какой-то специфический, но в этот раз... В этот раз, слава богу, это волки. И вот слава богу, что не пришел тот оборотень, или хрен его знает, что-то было. Потому что если бы опять был бы он... У меня нету ни одного копья, и я думаю, они бы так бы погибли, как и остальные. Жесть. Просто жесть. Ждем, короче, утро. Потому что сейчас, в принципе, я думаю, вряд ли кто-то нападет второй раз. Как правило, нападают один раз за ночь. Это повезло, что еще варвары никакие напали. Напали бы варвары, вообще, я думаю, было бы беда, потому что нету ни копья, ни хрена, оружия, ни лучников, ничего. Хотя... Стоп. Интересно. То есть, я вроде сделал изготовить, правильно? Ну вот мы изготовили. Мы-то изготовили, как вложить в руку. А, вот оно как. Так, вы ресурсы. Спать в хижине. Вот, охранник. Охраннику добавляем копье, вообще сделаем как максимум. И еще второе, чтобы у каждого было по копью, и они наносили нормальный урон, потому что... То, что они бьют ладошками своими, они никого здесь не спасут в этом поселении. Неужели у нас новый житель? Это похоже на хорошую деревню, я буду работать за еду. Отлично, Зеру, просто отлично. Ты пришла куда надо. Ты пришла в то поселение, где тебя будут любить и ценить. Так. Пускай здесь будет тройничок, этот будет жить на... С Аран. Не знаю, вообще может такое говорить? Тройничок.
Кстати, Зеру пришла сразу у нас Strange 3. Молодец. Можете ее поставить, короче, в охрану. Так, давайте добавим интеллект. Стеллеру нужна скорость производства увеличенная. Так, стоп. Так. Не передвигайтесь так быстро, стоп. Ни хрена не успеваешь. Есть еще одно копье. Сейчас доделается у нас третье копье, и мы нашему вручим, третьему охраннику, сторожу нашему оружие. И как нам везет, что сейчас просто нападают волки. Волки. Такие счастливые. Уже все позабыли о двух смертях в этом поселении. Просто уже забыли. Быстро у них амнезия наступила. Так. Угу. Ну что, ждем рассвета. Пока все предельно спокойно. И вроде неплохо все получается. Нам бы еще пару жителей новых. Нужно хотя бы восстановить то число жителей, которое было до начала этой серии, но... Ну, смотрю, первый день, в котором мы были, вообще никто к нам не пришел, на второй хоть пришла эта подруга. Нехватка жителей, короче, жесткая. Зато у нас по хавке и по дереву все нормально. Надеюсь, наконец-то сейчас рудник мы этот достроим. Очень долго строится. Ну, во-первых, почему еще долго строится? Потому что я так вижу, здесь всего лишь два строителя. Эти работают. Да, вот два строителя. Нам нужен лагерь лесорубов для хранения. Так. Древесина 50. Ага. Так, вроде я же специально для этого поставил, короче, штабель. Хранение избыточных ресурсов. Какого хрена ничего не происходит? Хороший вопрос. Прям уже очень интересно, потому что... Так, патрулирование... Охотник, охранник. Да, придется еще один лагерь срубов делать. Так, стоп. Нажмем на паузу небольшую. Интересно, получится мне нажать на него. Правая рука, деревянное копье. Теперь у всех у нас есть по копью. Я думаю, мы отразим сейчас любое нападение. Слава тебе, господи. Реально повезло нам. Так, вот. Теперь смотрите. Не зря ж мы сделали телегу. Правильно? Мы, короче, она у нас рыболов. Добавим ей телегу, чтобы она могла больше носить пищи в хранилище. После того, как мы достроим рудник, мы поставим, нам еще один нужен лагерь лесорубов. Мы его поставим здесь. Вообще, по-хорошему, не мешало бы начать выстраивать дорогу здесь. Но как-то все это очень... Пока что печально выглядит, если честно, наша дорога. Короче, мэр с меня так себе пока что. Хотя бы немного к зиме подготовимся, чтобы они быстрее передвигались. Естественно, у нас будет дорога вокруг нашего костра. Костер — это наша площадь, площадь Грекляндии. Ну, господи, давайте вы уже достроите, пожалуйста, рудник. Прям реально очень долго все происходит, это строительство. Да, это с телегой таскается. Молодец. Так. О, кто это у нас? Мы бродили по лесу и в поисках убежища. Прекрасно, у нас новые люди, новые
граждане. Что может быть лучше новых людей? Вопрос, где вы будете жить, конечно, это уже другое. Так, пока мы здесь, давайте мы будем все-таки строить копии. Я думаю, пускай 5 будет в стройке. Поставим здесь еще 3. Пускай он работает. Отлично. Добавим нам прием пищи. Хавать всегда успеете. Идите все на рудник. Так, пора спать. Жаль, я не могу сейчас ничего модернизировать. А хотелось бы. Я бы модернизировал жилье, чтобы поселились наши новички. Так, у нас 14-й день. Опа, напали варвары. Блин, ну варвары это детский сад по сравнению с тем, что напал оборотень какой-то на нас. У этого кровотечение, так понимаю. Держись, парень, держись. Так, доспехов ни хрена, естественно, нет. Нам нужно кузницу построить. Я бы сейчас построил кузницу, потому что я думаю, что в кузнице по-любому сейчас можно будет наконец-то сделать доспехи. Так, кузницу мы сделаем, естественно, наверное... Ну, давайте здесь. И нам нужна еще ферма. Ферма мы тоже, наверное, сделаем... Вот где-то... Блин, тяжелый случай, когда не знаешь, где поставить ферму. Но я поставил бы ее здесь. Я бы ее поставил бы здесь, потому что мне кажется, это более-менее подходит для нашего поселения. Так, и вот опять священник, щегай, знали меня из моего дома, нужны шкуры животных. Но я не против, берите шкуры животных. Так, здесь у этого, естественно, руки заняты. Так, деревянное копье мы положили сюда, я так понял. Пускай строится дальше. Чему я не могу еще модернизировать? Сколько нужно для модернизации? А нет, могу. А нет, не могу. Нам нужно 8 шкур. А шкуры добываются тяжело. Так, производство железа. Не, ну нам нужно пока больше строителей, поэтому мы пока не трогаем всех. Так, лесоруба добавить. Модернизацию. Опа. Сразу и модернизировали наше новое построение. Единственное, не могу понять, почему в штабель не несутся ресурсы. Хотя, стоп, подождите. Тут только железо, уголь, глина, сталь, кожа, венок, кирпич, горшки. То есть древесина только здесь. Прекрасно. Ну и кто это к нам опять идет? Волки это такое. По сравнению с тем, что было, волки это детский сад. Отлично, 5 шкур. Еще нужно 5 шкур, сделаем увеличенную хижину. Не, ночь такая, она самая нудная. Мне кажется, здесь, но это пока. В дальнейшем, я думаю, что на нас будут нападать какие-то жесткие варвары. Я думаю, может, других поселений или еще чего-то. По-любому. Потому что, вот, допустим, я не ожидал, что тут есть такая фигня, как вот напала на нас, что убило 2 жителей. Я даже не знаю, оборотень это или нет, но уж очень он похож на оборотня. Очень. Какие-то руки, лапы. Что это вообще было? Что это вообще было? Так. Угу. Ну, я думаю, пока этого всего хватит. Надо достроить то, что недостроено у нас. Так, дружище, ты у нас охотник. Охотнику урон в ближнем бою это, конечно, хорошо, но давайте мы скорость производства мы добавим. Так, добывайте нам еду. Вы все молодцы, конечно. Так, нам нужно все-таки еще 5 шкур. Очень долго добываются шкуры.
Даже не знаю, хорошо, что я кому-то даю шкуру или нет. Я думаю, вначале не стоит отдавать, не стоит делать такие ошибки, как делаю я, потому что, ну, по большому счету, плюса никакого не вижу от них. Потому что я вот отдал, мне взамен ничего не дают. Ну, кроме копья, дали вначале. Ну, копье — это дело такое, его можно сделать. Это не есть проблема. Когда у нас есть мастерская плотника, все это делается очень просто. Сейчас мы сделаем кузницу. В кузнице, я думаю, мы сможем ковать доспехи, либо какие-то улучшенные мечи или еще что-то, я даже не знаю. Я даже не знаю, что можно здесь делать. Но мне кажется, это будут доспехи. Ну а там мы сейчас посмотрим. Блин, это были жесткие пауки, если честно. Во-первых, их было немало. Угу, я вижу, что у нас слегка наполнены ресурсы в этой хижине. Точнее, в охотничьем домике. Ребята, вам нужно больше хавать. Либо модернизацию сделать, но железа еще нет. Железо у нас добывается в рудниках. Ну, пока тоже ничего с этим не могу сделать. Сейчас они проснутся, я думаю, они похавают, и у нас появится возможность собрать шкуры. Но мне так кажется. Ребят, давайте вы поедите все-таки. Вам просто не помешает похавать. Так, а я что-то не могу понять, почему настройка прекратилась. Вот почему. Тут железо надо. А железо, я так понимаю, у нас очень слабо пока идет. Давайте вы здесь пока построите ферму. Опять же, фермы могут выращивать продовольственные культуры. Я так понимаю, это опять же хавка. Блять, вот с хавкой у нас проблем вообще не вижу. Так. Отлично. У нас новый рабочий. Опять рабочий за еду. Это превосходно. Люблю работников, которые выходят нам за хавку работать. Наши будущие сторожа, да? Так. Вот ты как раз... Ты вот похож на сторожа. Извини, конечно, лысый, но ты сторож. Блять. Да ёп. Не туда. Так. Сейчас мы на паузе тебя словим. Оп. Оп. Вигу. Так, Вигу у нас будет охранником. Прости, брат. Но ты стопроцентный охранник. Мы выдали тебе копье. Всего доброго, яркого настроения тебе, да? Так, тебе выдаем телегу. Ты у нас строишь. Тебе нужно больше ресурсов. Это прекрасно. Да, она прям на телеге спит. Здесь нужно еще 9. Опа, мы можем сделать наконец-то модернизацию. Прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой. Только хотел ее положить в нашу новую хижину, я чуть не схавал волк. Дикари просто, настоящие дикари. В Грекляндии живут дикари. Так, ребят. Давайте вы быстрее соберете чехлы свои и наконец-то... И наконец-то достроите все мои хотелки, которые я поставил. Не знаю, копье пока самое профильное, то что есть. Конечно, хотелось бы что-то лучше, но лучше пока мы ничего добывать не можем. Нужно больше железа, я думаю, нам нужно бы сюда добавить, наверное. О, вот сейчас к нам пришел новый, я так понимаю, новый житель хочет. Блядь.
Так. Опять ты. Блин, ну у меня нету, к сожалению, у меня нету шкур. Так что простите. Вот реально, приходят чисто раскулачивать меня. У него самого ни хрена уже нету, ребят. Побойтесь. Совесть есть вообще? Бля, тут уже древесина заполнена. Не успеваем просто строиться. Здесь еды до хрена. Куда столько жрачки? Куда? Так, а ну-ка. Давайте у нас лесору будет скорость производства. Угу, 17. Так, еще 3 железа и кузница достроена. После мы достраиваем ферму. Опять же, потому что железа не хватает. Реально нужно железо, больше железа. Так, ты у нас боец невидимого фронта. Иди сюда. Так, урон в ближнем бою увеличим. Так. Будет у нас он работать на руднике, чтобы быстрее железо шло. Реально, не хватает нам железа. Ребят, будете когда играть в эту игру, стратегический ресурс, как я вижу здесь в начале, это железо. Может, конечно, дальше что-то поменяется, но вот железа реально не хватает. Улучшаем, естественно, у наших сторожей, делаем урон в ближнем бою. То есть изначально надо выбрать ребят, вот я, допустим, изначально затупил и разнообразно качал вообще их навыки, да, не то, что не навыки, а их характеристики. Если вы ставите людей на охрану, качать только прочность. Ну, только прочность в начале. Потом, когда у вас появятся луки, они здесь в любом случае появятся, я думаю, надо будет качать и ловкость. Вот ловкость и прочность у охранников. Пока я здесь вижу, что мы можем, ну вот опять же, нам нужно 10 железа и костер мы можем улучшить. Я думаю, когда костер мы улучшим, у нас будет здесь гораздо больше охранника возможности. Вот, вот. Пошла строечка у нас, как мы видим. Ну, еды прям чересчур много получается. Очень много. А вот и зима, которую мы так не хотели и не ждали. Три железа. Ну, давайте. Знаете, вот в идеале им все-таки телегу добавлять. Чтоб еще больше ресурсов было. Так, телегу строим. Чувствую, ой, как долго мы будем строить кузницу. Опа-на! Естественно, рады тебя видеть. Превосходно, у нас новые жители. Жаль, что они ближе к ночи пришли, но все же я им рад. 14 человек, это уже что-то. Конечно, если бы 2 тех не погибло, было бы гораздо лучше. Но имеем то, что имеем, да, как говорится. Так, железо 11, здесь нужно нам 10. Прекрасно. Это просто превосходно. Костер мы можем модернизировать. Ну, пока, мы пока его не будем модернизировать, ждем. Что-то у нас за копеносцы появились. Подожди, неужели... то есть они оказываются деревянными копьями и метают их еще. Так надо сразу же качать меткой, ловкость. Чего ж я так туплю? Надо было прочитать изначально. Блин, вот очередная, как говорится, допущенная ошибка. Ребят, не допускайте их. То есть, на моих ошибках вы можете научиться и понять, что так делать не стоит и нельзя.
Так, дождемся сейчас день. Я надеюсь, мы кузницу достроим. Так. Ну, уже как-то поживее у нас наше поселение стало. Как-то так живенько все двигается. Приятно наблюдать стало. Хотелось бы еще, чтобы к нам пришло пару жителей. Я думаю, гораздо быстрее все тут у нас пошло сейчас. Вот реально хочется достроить просто сейчас уже кузню. Оставить здесь человека, чтобы он работал, и начать нам клепать доспехи. Потому что я чувствую, скоро будет тяжело отбивать уже эти атаки. 21 железо. Ну, давайте модернизируем, потому что... Опа, плюс 4. Прекрасно. Прекрасно. Я смотрю, что у нас как-то освещать стало костер больше. Больше гораздо такой. Может, и у нас будет больше людей приходить из этого костра. Не знаю, как это вообще здесь работает. Так, а ну-ка, у нас еще уровень у парниши. Стоп. За ними не угонишься уже. Осталось совсем немного. Я смотрю, больше жителей стало, хавка стала уходить. Ну и хорошо, потому что когда склады полные, нереально же вообще ничего делать. Все стоит, все останавливается и ни черта не работает. Так, давайте на вторую скорость мы поставим, потому что так долго. Ночь такая, она. Зима близкая, ночь длинная. Опа! Фу, вот это бешеный таракан. Вот опять вот эта херня напала на нас. Но мы теперь уже знаем, как с ней бороться. Максимальное количество охранников и всем выдать по копью. Так и живем. Так, модернизация жилища. Отлично, добавляем жителя. Зачем спать на улице, если можно спать в нашей лачуге? Так, ну давайте уже. Ребят, день. Строим кузницу. Я ставлю, конечно, кузнеца. И мы начинаем клепать наши доспехи. Ну, и вот последние штрихи у нас. Да, как я и сказал, здесь можно строить доспехи. Ну, пускай они сейчас достроят, и потом мы поставим здесь человека, и мы начнем клепать наши доспехи. Не слишком ли тавтологией попахивает? Так. 8 уровень лесоруб. Прекрасно, прекрасно. Было бы неплохо, если бы у нас появился новый житель нашего города. Казначейство, сторожевая башня. Прекрасно. Так, здесь все достроили. Добавляем, значит, нам жителя. Кузнец у нас будет вот. И поставим на ферму Зали. Ты будешь наш фермер. Итак, ребятки, подошла вторая серия к концу. Мы отбили нападение оборотня. Теперь мы знаем, что с ними надо делать, как с ними бороться. Построили кузницу. И я думаю, в следующей серии мы оденем уже всех наших охранников. Построим казначейство. Пастбище и все остальное. И у нас уже будет гораздо больше жителей в нашей Грекляндии. Всем спасибо, кто смотрел. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Ребята, всем спасибо, пока.